Губернатор Дмитрий Артюхов побывал на производственных объектах «Газпром» геологоразведки. Делегация во главе с руководителем региона оценила возможности северо-тамбейского и малыгинского лицензионных участков. По разведанным запасам газа это месторождение триллионники. На передовой базе сейсморазведчиков губернатору показали, какую технику применяют исследователи, как составляется карта подземного горизонта в формате 3D и как идет опытная эксплуатация 51 газовой скважины на Малыгинском месторождении. Мы сегодня смотрим вместе с нашими партнерами компании «Газпром» геологоразведка новые задачи, которые стоят перед Ямалом. Это не только сейсморазведка, это и уже разведочное бурение. Вы слышите, как живет непосредственно скважина, недавно совсем разбурена. И это то будущее, которое появится на Ямале в ближайшие годы. Запасы газа Тамбейского и Малыгинского месторождения, расположенных на севере полуострова Ямал, в начале 2018 года были поставлены на государственный баланс. Первоначальная оценка запасов Тамбейской группы увеличена до более чем 7 триллионов кубометров газа. Это крупнейшее открытие в газовой отрасли как минимум за последние 10 лет. Соответственно, масштабом открытия стоят и масштабы задач. Как бы, да. Мы закончили первый этап до разведки, заканчиваем первый этап до разведки месторождений, пробурено 18 скважин, 5 последних находятся в испытании.